Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Журавлева, и я всю свою профессиональную жизнь занимаюсь волосами. И на правах профессионала хочу представить вам долгожданные продукты, которые вышли на российском сайте компании Atomy. Это Herbal шампунь и Herbal кондиционер. Это то, что компания изначально выпустила по уходу за волосами. Это был такой как бы первый продукт, который стал основой набора Абсолют в дальнейшем, но по-прежнему пользуется огромной популярностью и до сих пор производится в компании. И сейчас мы видим с вами его на нашем рынке наконец-то. Ну, начнем с того, кому он нужен. Это продукт для любого возраста и любого состояния волос. То есть это показано детям с их натуральными мягкими волосами, это подростки, страдающие там гормональными изменениями, которые испытывают, например, там проблемы с перхотью, изменения кожи головы, там гнойничковые эффекты. Это все как бы является мотивацией для использования этих продуктов. Для людей, которые никогда не красили волосы и имеют натуральные свои волосы, для людей, которые часто выполняют химическую завивку на волосах и имеют внутриклеточные уже разрывы, и для людей, которые агрессивно окрашивают волосы и тоже волосы которых подвержены ломкости и сухости. Почему? Потому что эти продукты обладают слабокислым составом, что благотворно влияет на восстановление вот этих внутриклеточных связей, и волосы становятся более сильными, более эластичными. Почему еще как бы это возникает? Ну, наша вода, она содержит щелочь. Очень много щелочных продуктов мы используем шампунями разных марок. А здесь вот этот слабокислый баланс, он позволяет нейтрализовать вот эти агрессивные моменты. Что входит в эти продукты? Два таких вот травяных состава, мощных, которых входит много растительных ингредиентов, которые активно используются в Корее традиционно. Это сэнкмадан, который входит в 10 экстрактов травяных, и набор AGSC, который входит в 16 трав. И все они не просто глубоко очищают кожу, но и питают ее, восстанавливают молекулярный уровень волос, восстанавливают кожный покров, проникают глубоко в капилляры благодаря нанотехнологическим процессам, которые компания использует. Эта технология называется коадсорбация, где очень мелкий размер продуктов. Поэтому шампунь не только смывает всю грязь, не только чисто моет, но состав шампуня оседает на волосах, проникает в кожу, в капиллярный слой, идет по кровотоку, очищает кровь, насыщает ее нужными микроэлементами, питает луковицу и стимулирует рост волос. Поэтому эти продукты хорошие, дают результаты по восстановлению роста волос, купирует выпадение и стимулирует новый слой резервных волос, который у каждого человека есть. И если вы это используете еще совместно со спреем для стимуляции роста, вы получите очень хороший результат. Как пользоваться правильно? Главное, ведь мыть голову, это все хорошо, но надо мыть голову тоже так, чтобы она действительно была чистой, чтобы кожа дышала. А для этого нужно несколько моментов учитывать. Первое – это температура воды. Она должна быть не слишком прохладной и не слишком горячей. Если вода очень прохладная, то волосы сжимаются, верхние слои кожи тоже реагируют на внешнюю среду таким вот уплотнением, они не расслабляются, и мы не можем хорошо их отмыть. Если температура слишком высокая, то мы наоборот мало оставляем частиц продуктов, которые действительно призваны ухаживать за нашими волосами, слишком смываем. Очень важно правильно смывать кондиционер. Не смывать его до скрипа,
тогда в нем нет никакого смысла в его использовании, и не оставлять слишком много. Но эластичность волос поддерживается благодаря тому, что волосы действительно как бы покрыты частицами этого продукта, который содержит, помимо всего прочего, еще и полимеры высокого качества, которые, обладая алмазными гранями, отражают солнечные лучи или лучи ламп накаливания и делают красивый блеск волосам, делают эластичную поверхность, приятные ощущения тактильные. Если мы слишком смоем, мы не получим нужного результата и блеска. Если мы много оставим, волосы быстро запачкаются. Нужно научиться вот придерживаться вот этой вот золотой середины. Несколько раз поэкспериментировав, вы поймете, сколько вам нужно оставить кондиционера на волосах. Таким образом, мы продлим чистоту волос, защитим их от внешних агрессивных факторов. И, помимо всего прочего, те компоненты, которые там содержатся, они благотворно влияют на баланс влажности и сухости, на стимуляцию роста волос, а это очень важно. Я поздравляю вас с тем, что мы обрели в России эти продукты, и так же, как миллионы людей во всем мире, можем получить от них удовольствие.